Старый Оскол празднует День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Местный ЗАГС сегодня работал в особом режиме. В День семьи, любви и верности свадьбы сыграли 19 старооскольских пар, а вот разводы сегодня не регистрировали. На площади у Дворца торжеств чествовали молодоженов, а также супругов, проживших в браке более 25 лет, коралловых и золотых юбиляров и многодетные семьи. Медали за любовь и верность вручили 4 старооскольским парам, а всем участникам преподнесли символ праздника – ромашки. В Старом Осколе сегодня проживают более 60 тысяч семей. И некогда было задумываться над другим. Пока детей вырастили, выучили, тут внуки подоспели. Но так незаметно и пролетает все вроде бы, как будто вчера. И семья – это самое главное. Вот сейчас детки разъехались у нас. Все равно мы постоянно переживаем, звоним им. Думаем о них. Теперь вот внуки пошли, наше утешение. Теперь во внуках реализуемся. Что-то не реализовали в детях, реализуем во внуках.